Дорогие друзья, я хочу представить вам замечательного гостя нашей сегодняшней программы, Рабанит Ребетсон Батья Барк, которая принимает нас в своем доме в Иерусалиме. Я предлагаю вам тоже присоединиться. Я из Киева, в Израиле 51 год. Я хочу вам пожелать, дорогие рассеянные друзья по всему миру, что евреи – это Иуды, Юд, буква Юд. Все буквы, если их разрезать, то они уже не существуют как буква. А Юд – это точка. И нас вечно хотят разрезать, одного Юда становится два Юда. И никто нас никогда не сможет уничтожить. Единственное, что сейчас научила нас эта корона, это чтобы мы были все вместе. Все вместе, один за всех и все за одного. И дай Бог, чтобы мы дожили Мошиаха, чтобы мы собрались тут все в Израиле. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы мне уделили эти пару минут послушать меня, старушку. И если вас будет интересовать, с какими силами евреи проходили трудности, почитайте мою книжку. Было дело врачей. И вместе с врачами пострадали много людей, которые не были врачами. Папа не был врачом, но он вышел на улицу и пропал. И мы не знали, он жив или мертв. Конечно, хочется верить в то, что человек жив. И мы ходили искать его по всем больницам. Нигде не нашли, пошли в милицию. И нам сказали, прекратите искать. Вы его никогда не найдете. Мы поняли, что он арестован. И те люди, которые к нам вчера приходили молиться, взять мацу, кушать в субботу, прекратили с нами абсолютно всякую связь. Мы были как прокаженные. Никто не писал, никто не приходил. 6 марта 1953 года, через два года, был Пурим. И перед Пуримом стало известно, что Сталин хочет собрать всех евреев и отправить их в Сибирь. Стояли уже готовые крашеные вагоны на железнодорожных ветках, чтобы загнать евреев в вагоны, отправить их в Сибирь и дать им там умереть естественной смертью. Но наш Бог смиловался над нами, как всегда, Отец милостив к своим детям. И 5 марта ночью Сталин умер. Встали с мамой утром Пурим. Я дала ей бисквит. Она вернула мне бисквит, чтобы сделать эту заповедь, посылать подарки один другому. И я ей сказала: мама, для того, чтобы соблюсти эту заповедь как следует, каждый должен послать подарки двум человекам. И две вещи. А нас и что посылать у нас нет. И кому посылать мы не можем? Мы не можем не зайти в один еврейский дом. Евреи боятся нас. Я сказала: знаешь, мамочка, давай каждый из нас пошлет подарок Богу. Он будет нам вторым. И потому что нам нечего ему послать, давай смочим этот коржик нашими слезами, так у него будут две брахот, две заповеди. Шехакол на воду и мезонот на печенье. Ну, так рассказать – это одна минута. Бичик, все кончено. Жить это было очень трудно. И только я ей это сказала, мама открыла рот, чтобы мне ответить. Она еще не успела, я даже не знаю, что она мне хотела ответить. Вдруг открывается дверь, и заходит папа. Зашел и упал возле двери с поломанной спиной. Ее первая реакция была: смотри, доченька, смотри, на небе уже получили наш подарок, этот коржик со слезами. Смотри, какой подарок мы получили обратно от Бога. Папа вернулся. У него не было часов, и он не видел солнца. Он сидел под землей. Так он просидел там 700 дней. Добивались, чтобы он сказал, для кого он печет мацу, кто ходит в микву, кто эти евреи, которые приходят к нам кушать, советоваться, что это подпольная организация. Его били смертным боем. Он стоял возле стенки, освещен прожектором. Следователь был с той стороны. Его били,
и всякие пытки мы устраивали, и он не видел этого человека, который это делает. Последнюю ночь, когда Сталин умер, он, конечно, ничего не знал. Его взяли туда на допрос, и ему сказали: это твой последний допрос. Либо ты говоришь, либо ты умираешь. Живой ты отсюда без дачи показаний, ты не выйдешь. Он молчал. Единственное, что он видел, что нажали какую-то кнопку. И, очевидно, он стоял на крышке погреба. Нажали на кнопку, вдруг крышка погреба опустилась, и он, как бы земля его проглотила. От падения, от страха, от неожиданности он потерял сознание, и это было его счастье. Сколько он там был под землей, он ничего не помнит. Вдруг открывается дверь, он видит солнце, солнце, которое он не видел 700 дней. И ему сказали: иди, когда ты нам понадобишься, мы тебя пригласим. Когда мы сидели с папой на речке, он мне сказал: я хочу, чтобы ты видела себя, как будто бы строит мост через реку. И вот этот мост рассчитан, что должно пройти, допустим, 40 вагонов. Наконец разрезают эту красную ленточку, и вагон пошел. Прошел паровоз, прошел один вагон, второй, третий, четвертый. У всех душа замирает. Наконец прошло 20 вагонов. Уже дышит немножко с облегчением. 39 вагонов прошло, и все уже такие счастливые. Значит, мост хороший. И вдруг 40-й вагон, мост треснул, и 40-й вагон проваливается вниз, и он тащит за собой все 39 вагонов. Все пропадает. У тебя были очень праведники, дедушки, бабушки и все. И мы все старались пройти этот мост. Всегда помни, что ты последний вагон. И если ты будешь думать о всех твоих предках, это даст тебе силы не сломаться и не нарушить. И так ты сможешь себя сохранить. Мы вернулись домой. Он как чувствовал, что это последние минуты его жизни. Во сне лег спать, во сне он получил кровоизлияние в мозг, и утром я была сирота. И еще одно он мне сказал: я тебя прошу, я не могу тебе оставить завещание: соблюдай субботу, не кушай некошерной пищи, не сплетничай. Это завещание от Бога, это не мое завещание. Я хочу тебя просить что-то личное от моего старого больного сердца в твое молодое здоровое сердце. Я хочу тебя просить персональную просьбу. Когда ты выйдешь на улицу, люди, которые тебя видят, люди, которые находятся с тобой в контакте, чтобы они по тебе, по твоему тону, по твоему разговору, по твоему поведению, по твоей одежде, чтобы они сказали о тебе: смотрите, это дочка Реб Лейб Майзлика. И чтобы они сказали это с похвалой, а не дай Бог, с надругательством. И если люди тебя будут хвалить, цадыким беметатам некраим хаим, цадыким, все праведники после смерти считаются живыми, потому что та дорога, которую они прошли, она не стала пустая, по ней продолжают идти. И я вам желаю, дорогие мои друзья, дорогие папы, мамы, бабушки, дорогие внуки, правнуки, что когда вы пройдете по улице, каждый, который вас видит, чтоб сказал: это сын того и того, это дочка той и той бабушки. И поэтому она именно выглядит так, как она выглядит, и ведет себя так, как вела себя ее бабушка. Мама всегда говорила: я так завидую посуде, которая стоит в кухне за закрытым шкафчиком, закрытой дверью. Никто не видит, она чистая или грязная. И я так сочувствую посуде, которая стоит в серванте в витрине. Она всегда должна блестеть. Учителя,
и родители – это та посуда, которая всегда должна блестеть. И я вам желаю, чтобы у вас были силы блестеть, и чтобы ваши дети набрались этого блеска и несли флаг Торы во все будущие поколения. Спасибо. Шаббат шалом. А скажите, пожалуйста, из какой вы семьи? Откуда вы? Обыкновенная семья. Дедушка был столяр, другой дедушка был портной. И когда он сидел на первом этаже, и там, ну, в Мозыре они жили, и возле окна, и шил то, что ему там надо, и в свою работу. Во время этого он на память читал Тейлим, говорил Мишнайот. И когда Гоим проходили возле окна и слышали, как он вслух молится, допустим, лето, окно было открыто, они крестились, они говорили, что Хаим святее нашего папы, нашего папа. Да. И все люди видели, что евреи только и делают, что благодарят. Как бы им ни было плохо, все равно они благодарят Бога за то, за каждый прожитый день. У нас был подвал очень глубокий. Окна были буквально на уровне земли. И я помню, однажды спросила у папы, это будут все мои детские воспоминания. Вот я поднимаю глаза к небу и вижу ноги топчут на меня. Папа сказал, ты знаешь, ты, говорит, очень права, когда смотрят вверх и видят ноги, топчущие на тебя, становится очень тяжело. Но мы вместе смотрим из той дырки, и одной и той же дырки. И я, и ты. Ты поднимаешь глаза, ты видишь ноги, тебе становится грустно. А я поднимаю глаза, я вижу звезды в небе, и они мне светят. До войны мы жили в Киеве. Я родилась в Киеве. Я была в больнице, у меня было воспаление легких. Мама сидела рядом со мной, а папа пришел сменить маму. Тоже принес с собой талит, филин, шулхан арух, сидур. И вдруг, когда они вместе встретились в больнице, еще не успела мама уйти, началась атака на Киев, начались бомбы. Как только началась воздушная атака, то сразу всех засунули в поезд, больных, здоровых, всех. И сказали, что как только кончится атака, их вернут обратно. Но атака не кончилась, и мост через Киев взорвали, и мы уехали вглубь, в Азию. А все дети остались в Киеве. 6 братьев и сестра. Между мной и моей сестрой было 22 года разницы. Все ушли в Бабий Яр, и все погибли. Когда папа умер, я начала думать, что он хотел от меня. Он сказал, у нас были сыновья, и я их учил Торе. Я поняла, что это как-то должно быть связано с Торой, но где Тора и где я? Тора. Тора – это что-то каждый день, это что-то большое, а что я знаю? Даже если бы это немножко я хотела кому-то передать, я могла попасть в тюрьму. Я все время просила Бога, где ты хочешь, чтобы я была, приведи меня туда. И в том же году в Киев приехал Арав Бронштейн из Америки. Он зашел в синагогу и спросил, где в этом огромном городе он может скушать тарелку кошерного супа. Ему сказали, здесь недалеко, в подвале, живут вдова и дочка. И если они тебе дадут еду, то это еда кошерная. Он пришел там, ел, что ему дали. И я ему сказала, не молчите, не молчите, делайте что-то для евреев в Союзе. Тогда, 40 лет тому назад, думали, что в Союзе уже некого спасать. Остались только евреи, что в их паспорте написано, что они евреи. Вдруг он видит мама с косынкой на голове, девушка разговаривает с ним на идыш. И я ему сказала, ты видишь этот стол? Это наш жертвенник. Тут мы приносили жертву Богу. Вокруг этого стола люди пели змирот, пели песни, соблюдали субботу. Мы вынимали из своего рта и отдавали голодному человеку кушать. Вокруг этого стола
от каждой мицвы, от каждой заповеди, которую еврей делает, рождается ангел. Вот все эти ангелы, которые родились от всех этих заповедей, вот пусть они придут и скажут тебе, насколько важно нас спасти и не молчать, и делать что-то для нас. Мы тут за железным занавесом, и мы пропадем, если в свободном мире не будут знать о нас. Ну, он наслушался, и он поехал в Америку и организовал эту организацию «Алтедом». Не молчите. Он приехал в Америку, рассказал это. Все, что мы получали в слайдах. Кто-то же должен научить человека, как надевать тфилин. Каждый смотрел по номерам. И мы начали организовывать группы, 3-4 человека, изучать сначала азбуку, а потом все, что нам надо соблюдать. И так мы передавали 9 лет, передавали информацию. И милиция, конечно, даже ребенок, что только сейчас научился разговаривать, придет, что-то расскажет, обязательно придут, проверят. И они застали нас, как говорится, на горячем. Мы учились по диапозитивам, передавали эти диапозитивы один другому, и эти диапозитивы были спрятаны на нас, на теле. И они пришли, проверили всю квартиру, ничего не нашли, потому что нечего было найти. Есть молитва, называется «Ведуй», которую человек говорит перед смертью. И всегда перед каждым уроком мы говорили «Ведуй», потому что мы не знали, мы еще доживем до следующего урока или нет. И после каждого урока тфилата одая, благодарственная молитва, что мы остались жить. И так проходили эти уроки. У дедушки маминого папы было 14 детей. И, конечно, не все остались религиозными, потому что была это Ткуфата Скала, это просвещение, да, учение и все такое. И вообще это, кто был ничем, тот станет всем. Так каждый хотел стать всем. Но моя мама, она осталась религиозная. У нее была сестра-близнец. Они в 9 лет пошли работать. Там, не знаю, что-то там, какой-то портнихе учиться. Так когда они получили первую зарплату, так сестра моей мамы купила себе мяч, а мама моя купила себе сидур. И наняла на свою зарплату в 9 лет. Она наняла себе учительницу, чтобы она ее учила молиться. Ну и так она и осталась, она прожила 91 год. И когда мы приехали, она сразу хотела пойти к отелю. У нее нога была поломана. На вечер мы ее взяли к отелю. Она встала на здоровую ногу, упала на котель и сказала: «Господи, я тут! Алтебейле пришла к тебе через 2000 лет слез и просьб. Вот я, наконец, пришла сюда. Теперь я уже могу умереть». Больше она говорить не могла, слезы душили ее. И сказала: «Я теперь я могла умереть». Но она жила еще 14 лет. Умерла в 91 год. И всегда говорила: «Знаешь, почему я живу так долго? Какой патент еврею на долголетие?» Я никогда не спрашивала, за что. Почему это так? За что мне? Вот у того есть, у меня нет. Те дети живут, а мои умерли. И он богатый, я бедная. Я никогда не спрашивала, за что. Тот, кто спрашивает, задает вопросы, спрашивая, за что, ему говорят: «Ты прав. Это действительно очень серьезный вопрос. Поднимись вверх, и там ты получишь все ответы». Мы верим, что ничего не делается само. На все есть ответ. Это не мир, который крутится без хозяина. Есть хозяин, все запланировано, есть ответ. Только есть одна проблема, что я тут, а ответ там. И тот, кого зовут и дают ему ответ, он уже знает, он имеет ответ, но он остается там сидеть и ждать до тхията мейтим со своим ответом. Мама говорила: «Доченька, никогда не задавай вопросов, за что, потому что задавать вопросы – это просто опасность для жизни. И не задавать вопросов – это патент на долголетие».
Денег у нас, конечно, не было. Я ходила в эти мусорные ящики и выбирала оттуда все эти замороженные овощи. Мама их тщательно-тщательно мыла. И из этого она делала там всякие оладики и чёлнт. Так мы давали людям кушать. Когда я стояла возле этого мусорного ящика и выбирала эту картошку, то в меня бросали камни, называли меня нищенка и дразнили. И, в общем, делали мне всякое горе. Я приходила домой и плакала. И говорила маме, я не могу там стоять возле ящика и выбирать из мусора. Не могу. Мама меня очень хорошо понимала. Она сказала, ты таки права. Это очень тяжело там стоять, выбирать в мусорном ящике. Но если ты прекратишь выбирать там эти овощи в мусорнике, то мы прекратим давать людям еду. Так что, если ты там стоишь и напрягаешься, то ты кормишь этим целый миньян. Если ты хочешь, то продолжай это делать. Не хочешь, я тебя заставить не могу, потому что я знаю, что это очень трудно. Наши мудрецы, нам наша Тора нам говорит, что человек получает вознаграждение в зависимости от того, сколько трудностей он в это вложил. Мифум цару агро. Вот насколько оно ему было трудно, тем больше его вознаграждение. Вот я стояла и чувствовала себя там героем. Скажите, пожалуйста, вот если я задам такой вопрос, может быть, не совсем корректный. Вы прожили жизнь испытаний, вы жили в Советском Союзе еврейкой. Если бы я спросил вас, какое было самое сложное испытание, и, может быть, в котором благословение вашего отца, благословенной памяти, оно помогло вам? Вы знаете, вы будете смеяться. Столько было испытаний, очень много. Но самая тяжелая мицва была соблюдать субботу. Но папа мне всегда говорил, когда ты выходишь на улицу, чтобы ты чувствовала, что ты герой, ты сильнее Сталина. Вот Сталин не разрешает субботу соблюдать, а ты соблюдаешь. Значит, он не он герой, а ты герой. Ты носитель флага. И вот когда я выходила, маленькая девочка, я думала, о, какие бедные люди тут живут. Они не знают, кто тут проходит. Героиня, батя. Если бы не знали, кто я такая, они бы целовали землю, на которую я ходила. И это еврейская гордость, это гавалык душа. Вот это что давало всегда силы. Но смеяться вы будете. Самое тяжелое испытание, что я помню. Мы были голодные, нечего было кушать. Получали килограмм хлеба на 3 человека на день. И мама делила его на 3 порции. И на 4 порции. Одну она мне оставляла на утро, а одну мы кушали все вместе. И когда мы кушали этот, мама раскрошила его в воде. Сначала скушали этот воду. Это был наш суп, нагреть замерзший живот. А потом она выкладывала эти крошки, которые набухли, стало как бы больше, на тарелку. Делала из этого цветок, сердечко, ложила несколько зеленых листьев вокруг и говорила, если нечего положить на тарелку, хотя бы она должна быть красиво украшена. Я поела это красиво украшено. И, конечно, осталась голодная. И однажды спросила у папы, скажи мне, написано в Беркат Амазон, благословение после еды, на раити гамзаканты вело раити цадык венезав. Я был ребенком и стал стариком, и никогда не видел, чтобы еврей был брошен Богом. Я говорю, как ты мне можешь объяснить? Столько евреев умирают с голода, падают на улице, опухшие от голода. Как ты мне можешь это объяснить? Ну, и я думала, что он скажет, после такого воспитания, что ты получаешь, ты задаешь такие провокативные вопросы. А он смеялся, говорит, ты не понимаешь? Ты действительно не понимаешь? Боже мой, это так понятно написано. Я не видел цадыка,
праведника, который был бы брошен, чувствовал бы, что Бог его бросил. Если он, не дай Бог, чувствует, что Бог его бросил, он уже не праведник. Так нету праведника, который думает, что Бог его бросил. Либо брошенный, либо праведник. Я помню, что в книге вы рассказываете о том, что вы однажды дали 500... Нет, вы получили 500 шекелей, и вы получили 500 шекелей. Расскажите нам, пожалуйста. Это уже было не в Киеве, это уже было здесь, в Израиле. И я заработала 500 шекелей. И я пришла домой, положила на стол 450 шекелей и сказала моему мужу, вот я заработала 500 шекелей, я по дороге видела бедного человека, я ему дала 50 шекелей. И вот 450 нам осталось. Муж сказал, у тебя, ты очень ошибаешься. То, что у тебя осталось, 450 шекелей, вообще неизвестно, на что они еще пойдут. Может, крыша там начнет течь, или электричество, или что-то сломается. А вот то, что у тебя действительно осталось, это те 50 шекелей, которые ты отдала бедному. Это у тебя уже никто не заберет. И только, дорогие друзья, только то, что мы успели отдать, то у нас осталось по-настоящему. А то, что у нас еще есть, никто из нас не имеет иншуранс, никто из нас не имеет страховки, что это останется наше. Чем больше дал, тем больше осталось. Я хочу вас поблагодарить и пожелать вам, чтобы Бог дал вам силы для того, чтобы вы могли больше давать нам ваших замечательных рассказов, слов Торы, ваших благословений. Амин. Спасибо вам большое за ваш брахот. Спасибо огромное вам еще раз. И хочу пожелать всем, кто с нами сегодня, чтобы мы вдохновились потрясающим, замечательным рассказом мужества и добра. Одновременно гвура и хесед. Да, мы слышали в этом рассказе. Конечно, основой всего является вера, которая дает человеку силы творить добро. Прошу вас, читайте мою книжку. Читайте ее, и каждый, кто что-то хорошее возьмет для себя из этой книжки, я буду чувствовать, что он мой памятник, он мой кадыш, моя поминальная молитва. Чтобы вы жили долго-долго, чтобы вы были здоровы на долгие нам годы и продолжали рассказывать нам свои рассказы сами. И мы договариваемся об этом. Всего самого хорошего. Тадараба. Спасибо. Благословен, благословляющий.